Капот открывается с помощью рычага в нижней левой части приборной панели. Для работы в моторном отсеке необходимо открыть багажник, выключить зажигание и дождаться, пока остынет двигатель. Только после этого можно доливать охлаждающую жидкость, жидкость для мытья ветрового стекла, моторное масло и тормозную жидкость. Аккумуляторная батарея не требует обслуживания. В нижней левой части приборной панели также есть рычаг, открывающий крышку лючка заливной горловины.